Где были остальные? На кладбище. Где были остальные? Остальные? Я... Но я ведь... Я ничего не говорил вам про кладбище, профессор. Чудесные создания, эти драконы, верно? Думаешь, этот жалкий болван отвел бы тебя в лес, если бы я ему не посоветовал? Ты думаешь, Седрик Диггори подсказал бы тебе открыть яйцо под водой, если бы я его не надоумил? Думаешь, Невилл Долгопупс, этот безмозглый тупица, достал бы тебе жабросли, если бы я не дал ему книгу про эти дурацкие растения? А? Так это были вы. Вы бросили мое имя в кубок огня. Вы заколдовали Виктора Крама, но... Но! Ты победил благодаря мне, Поттер. Ты оказался на этом кладбище, потому что так и должно было случиться. И теперь дело сделано. Кровь, которая течет в этих жилах, течет в жилах темного лорда. Ты представляешь, как он наградит меня, когда узнает, что я раз и навсегда заставил молчать великого Гарри Поттера. Северус! Пей! Пей! Ты знаешь, кто я? Альбус Дамблдор. Ты Аластер Грюм? Отвечай! Нет. Он в этой комнате! Он в этой комнате! Гарри, отойди оттуда! Ты жив, Аластер? Прости, Альбус. Это Грюм, а кто же тогда? Оборотное зелье. Теперь мы знаем, кто у вас воровал Северус. Сейчас мы тебе поможем. Знаете, что это значит? Он вернулся. Лорд Волан-де-Морт вернулся. Простите, сэр, я не виноват. Отправьте сову в Азкабан. Думаю, там знают, что один заключенный сбежал. Меня встретят в Азкабане как героя. Может быть. Лично я не считаю тебя героем.